Всем привет, меня зовут Женя, это «Сильные новости», рубрика «Короче, поехали». В Беларуси разработали ДНК-вакцину против рака. Она идет как дополнение к основному лечению и усиливает действие химиотерапии. Медики рассказывают, что она легко переносится, и у тех пациентов, которые ее принимали, либо полностью исчезли злокачественные опухоли, либо уменьшились. А вы знаете, что в Гомеле служит первый в Беларуси священник-африканец? Его зовут Майкл, ему 61 год и родом из Нигерии. Раньше он был успешным бизнесменом, но сейчас решил обратиться к Богу. Он знает русский, изучает белорусский язык и проводит мессы для студентов-иностранцев-католиков из гомельских вузов на английском языке. Новость, которая никого не оставит равнодушным. В апреле мы рассказывали, что в Минске накрыли порно-студию, куда мамы приводили самостоятельно своих детей. Сейчас «Сильные новости» рассказывают новые детали дела. Оказывается, подозреваемых в деле 6 человек. Один из них гражданин Украины, а остальные 5 – это матери, приводившие своих детей на порно-студию. Как вам такая новость?